По поручению Ельбасы нашим институтом развития, Банку развития Казахстана и Фонду Даму из Национального фонда выделены средства для поддержки субъектов предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности на привлекательных условиях, на по номинальной ставке вознаграждения не более 6% годовых. Банку развития Казахстана на финансирование субъектов крупного предпринимательства в прошлом и в этом году выделено 100 миллиардов тенге. На сегодняшний день одобрено к финансированию 70 проектов, фактически освоено практически 51 миллиард тенге по 47 проектам в химической промышленности, металлургии, производстве продуктов питания. Фонду Даму на поддержку малого и среднего предпринимательства по итогам двух лет выделено 200 миллиардов тенге. На сегодня освоено 192,7 миллиардов тенге по 1069 проектам. Поэтому давайте мы сегодня рассмотрим ход освоения выделенных из Национального фонда средств отдельно по каждому банку.